Транзитный пассажир Дулата Исабекова в Лондоне – это, без сомнения, историческая веха для казахской литературы, да и для всей нашей страны в целом. Никогда еще произведение, написанное на казахском, не ставилось на британской сцене на английском языке. Желающих попасть на премьеру было так много, что не всем достались места в зале экспериментального театра «Unicorn and Lion» – «Единорог и лев» на северо-востоке Лондона. Пришли не только представители казахской диаспоры, казахстанские студенты, сотрудники национальных компаний и посольства во главе с главой дипмиссии, но и обычные британцы. Камерная сцена как нельзя лучше создавала атмосферу доверительного общения. За исключением небольших вставок, «Транзитный пассажир» — это спектакль-диалог. Главные герои, два пенсионера, все время находятся в замкнутом пространстве маленькой алматинской квартиры. Несмотря на отсутствие внешних эффектов, сюжетных поворотов и запредельных страстей, спектакль нашел доступ к сердцам искушенной британской публики. По словам продюсера Джозефа Сандерса, может быть потому, что в постановке, как и в жизни, несмотря на всю нечувствительность и огрубелость души, становящейся такой из-за бесчисленных тягот жизни, человек все равно стремится к свету, встречая на своем пути настоящее человеческое сочувствие и понимание. Наш центрально-азиатский экспериментальный театр «Урзу» появился совсем недавно. «Транзитный пассажир» Дулата Исабекова – первый спектакль, в котором задействованы профессиональные британские актеры. Марк Стентон – исполнитель роли Айтуре, выпускник Манчестерской театральной школы, на телевидении и в театре более 30 лет. Кэти Тревелиан также сыграла множество ролей, среди них образы матери Терезы, министра Ее Величества и королевы Анны Австрийской. Чтобы лучше вжиться в роль казахской Апайзи Неп, ей пришлось изучать культуру и традиции Казахстана. Актриса признается, что была удивлена тем, что казахи едят так много мяса, и так же, как и англичане, любят пить чай. Меня переполняют эмоции. Это замечательная пьеса. Я очень благодарна зрителям за такой радушный прием. Я счастлива быть частью этого успеха. Я очень волновался, когда ехал сюда. С не меньшим волнением теперь уезжаю отсюда. Конечно, я горд и счастлив, что постановка состоялась здесь, в Лондоне. По словам организаторов проекта, выездные спектакли британского «Транзитного пассажира» состоятся и в Казахстане уже в сентябре этого года. Белла Кудайбергенова, Лондон, Великобритания.